Выставка продажи икра и рыбы «Камчатская» – та самая торговая точка, к которой раз за разом возвращаются, потому что, купив продукцию здесь однажды, уже не могут отказаться от высокого качества и свежести, каких не найти в других местах. Внимательные и обходительные продавцы рады помочь консультацией и подробно рассказать о каждом наименовании на витрине. Еще и продегустировать дадут, чтобы покупатель не ошибся с выбором и подобрал рыбку на свой вкус. А выбор здесь очень большой. 35 видов рыбы и красная икра, холодного и горячего копчения, а также слабосоленые продукты и все непревзойденного вкуса. Вкусно, красненько, для сердца, говорят, полезно и так. И красненькая, и это белая. Вот. Икра хорошая. Правда, вот в этот раз они другую повезли. Попробуем. Должна быть вкусная. Они всегда все свежие. Есть и те, для кого морепродукты – жизненно важный элемент рациона, ведь в них содержатся незаменимые витамины, минералы, кислоты и жиры, высокое содержание белка. Вот почему употребление рыбы ежедневно помогает исправить многие проблемы со здоровьем и повысить иммунитет. Вот только найти качественную и свежую продукцию непросто. Здесь, на выставке продажи икра и рыба «Камчатская», именно такие морепродукты. А кто рыбу не любит? Вкусно. Какую здесь купили? Чевыч. Как сюда приезжает, так я прихожу сюда. Ароматы, которые сводят с ума. Рыба, которая тает во рту. Красная икра. Отборная, зернистая, несравненного вкуса. Деликатесы прямиком с Камчатки. В Рязани их можно приобрести до 22 июля включительно возле торгового центра «Премьер» у центрального входа.